23 вересня Маріуполь війде в жовту зону карантинних обмежень. Ми запитали маріупольців, чи не бояться вони святкувати День міста з концертами і фестивалями. Як нас святкувати, якщо може зрости захворюваність на коронавірус? Ну как, нам же мы стремимся к большему, к красной зоне, поэтому давайте проведем и пойдем дальше. Че останавливаться на достигнутом? Конечно, надо. Ну, тобто ви думаєте, що буде спалах захворюваності, і краще не йти не на свята, ну не на концерти, не на фестивалі? Ну, лично я нікуди не пойду. Боїтесь захворіти? Я буду работать или чем-нибудь другим более полезным заниматься, чем этим всем. Не, ну это ж смотря, если только что сделали желтую зону, тогда непонятно. Тут смотря каждый сам для себя выбирает, идти или не идти. А вы пойдете на фестиваль или на концерт? Всего, да. Пойдем, да. Не боитесь захворіти? Да, уже хворіли. Смысл. А вакциновані? Нет, потому что уже много раз болели. Ну, немного, по крайней мере, два раза были симптомы, поэтому... Сидели на карантине, смысл делать вакцину. Учитывая, что и слухи ходят, и все остальное. Но, опять же, таки не знаем, где правда. Я не праздную День города, поэтому... А на концерт не пойдете, или на фестиваль книжковый? Нет. Нет. Учебные заведения закроются, а дистанционка, оно такое, оно не даст много знаний. Особенно для тех, которые учатся сейчас именно на профессию. А им это сейчас важно, потому что это полностью зависит от их будущий карьерный рост. Но, ну, я уважаю, я думаю, что этого лучше вообще лучше не устраивать. Нет, потребно святкувати, просто маски и... Антисептику, все. І дистанція, мабуть, там? Так, да, да. А чому ні? Потрібно. Не боїтеся скачка захворюваності? Ні, ні. Не боїмося. На концерт підете на фестивалі? Ну так, да. Якщо будемо вихідні, то підемо. Тільки в масках. Тільки в масках. А в скачка захворюваності не боїтеся? Маски не сильно захищають. Ну, люди задихаються некоторі. Від екології чи від коронавірусу? Від масок. Тільки колоть і все. Кого колоть? Від коронавірусу. Ну, тобто ви думаєте, що можуть захворіти люди на святі, чи як? Ну так, можуть. А підете на концерт? Не знаю. Не вирішили, ще на фестиваль книжковий? Ну, мабуть. Ну, не обов'язково слишком активно праздновать. Ну, взагалі-то відмітити як-то потрібно. Но своими силами, без приглашения разных там каких-то чужих. Важный вопрос. Конечно, не хочется лишних... Праздник лишним не будет. Не хочется лишних заболевших. И, ну, если люди все будут привиты, вообще замечательно. Ну, конечно, праздник людям нужен всегда. Потому что жизнь наша не такая праздничная, как хотелось бы. Пусть каждый решает для себя. Ну, например, я, в принципе, как бы праздники такие не праздную, и как бы, ну, я буду сидеть дома в этот праздник. Если кто-то прям очень хочет, то почему бы и нет? На улице почему бы и нет? Не боитесь, что буду захворюваність? Если мы близко не подходим в толпе. В толпу я не рвусь. Будете окремо десь стоять, да, сбоку? Конечно, конечно, всегда масочку оденем еще вдобавок. Нельзя, нельзя. Надо гулять, движение быть, в обществе, все. І як ви вважаєте, треба тепер проводити помпезне святкування Дня міста чи не треба? Мені кажется, не надо. Бо може піднятися захворюваність? Так, да, мені кажется, да, это ну, большой риск. Ви б не проводили, а підете на якийсь концерт, наприклад? Ми не пойдем. Почему бы нет? Я думаю, да, можно как бы расслабиться, люди... Половину уже как бы переболели, так что я думаю, это не страшно. Не боитесь, что поднимется какой-то скачок захворюваности? Нет, не боюсь. А ну, осень всегда все болеют. Люди уже готовились, как бы, может быть, после этого уже закрыть. А так, ну вот и наше городское начальство, оно что же все готовилось, потом раз, вдруг приняли. Может быть, поэтому так, а так, не знаю. А не боитесь, что люди захвореют? Нет.